Никита, 14 лет, юнга парусного клуба «Паллада». Юнга парусного клуба «Паллада», Немихин Иван, 14 лет. Николай, 15 лет, юнга парусного клуба «Паллада». Роман, юнга парусного клуба «Паллада», 14 лет. Артем, юнга парусного клуба «Паллада», мне 11 лет. Александр Акилбаев, 30 лет. Че ты там снимаешь все, Сань? Мы сразу пошли на плавдачу, нас там поселили и с первого же дня начали работать. Мы шкурили доски для кровати, для стола, двери делали, красили потом это все, помогали работникам достраивать, научились работать с инструментом. Слаженно работаем, помогаем друг другу, узнаем много нового, интересного. Да вообще веселые приключения получаются. Как стирают одежду некоторые ребята на флоте? Привязывают кончиком, допустим, штанишки, и на ходу за борт раз. Они вот так вот по воде, значит, бултыхаются. Потом чистые встряхнули, посушили, одели, дальше пошли. Это знают все, давно это было, испокон веков. Палуба уже поставлена, паруса. Кок сегодня Никита моет посуду. В общем, Андрей Владимирович контролирует результат. Да, и Россия, Испания в эту минуту начинается. Ну что? Прямо сейчас. Всем победы! Мы с Максом решили, что мы сегодня выиграем. Наши сегодня выиграют. Один! Я не очень люблю Дзюбу, но люблю Россию, поэтому да! Гуляй, Россия! Вот это вот греча за вас, братцы! За кого болеешь? Конечно же, за Россию. Красавчик. Игорь, давай! Мы в одной четвертой! Дай пятерочку! Есть! Ну! Да! Есть! Мы в одной четвертой! Красавцы! Лучшие сегодня! Это точно! Вот они! Игорек, Игорюня! Игорюшечка! Игорь! Я же говорил, что мы пройдем. Ну чё, готовы? Конечно. Да. Как настрой? Нормально. Сейчас будет телевидение. Никита, ты выучил слова? Да. Точнее, не выучил, а подготовил речь. Конечно. Все, я буду снимать, как ты будешь говорить. Это Артём. Слова. Артём, стрелок, лучник отряда, оруженосец. Девиз парусного клуба «Паллада»: там, где мы, там Космодемьянск. Там, где мы, там Орел. Там, где мы, там Россия. Как настроение? Нормально. Ощущения расскажи свои. Обычные. Что сейчас будет? Мероприятие, рождение судна. Будем поднимать флаг. Ты почему дрожащим голосом говоришь? Холодно.
А у стрельцов ты думаешь, как им там было? Тоже холодно, но они терпели. Свободное братских народов союз вековой. Итак, на данный момент проходит день рождения нашего судна под названием Святой Косма. Святой Косма. Крутое название. Вот. Представители марийцев, диаспоры марийцев, марийцы Карелии поздравили наших ребят с днем рождения судна. Крестная мама в национальном костюме, там женщина, она тоже сказала речь, много подарков всяких, благодарственных дипломов, грамот и так далее. В общем, как-то так происходит. Круто, прикольно. Давайте вот Ваню уберем, он с вами. Мирно! Равнение направо! Я, честно, очень горд. Мои земляки приехали и сделали такое доброе дело. Вот занимаются у нас в парусном клубе. Некоторые были на больших сборах в Артеке. Вот, то есть зарекомендовали сюда себя. Простых школьников я бы не взял. Начинаем ходовые испытания. Гимс принимает корабль. Так, что мне? Нос отталкивать? Матч до 8 метров. Так что мы под всеми мостами должны пройти. Испытание проходит успешно. На день. Завернул, хоп, висит. Ночью, до вечера подул, чик, она бум, упала, все защищает.